Здравствуйте, это программа «Инсайт», где мы рассказываем и показываем то, что скрыто от глаз болельщиков и даже журналистов. В сегодняшнем выпуске эмоциональный Игорь Шалимов. Давай, давай, ближе, вот сюда, вот к этому игроку, раз. Воспоминания Эрика Бигфалви. Один это будет Стела Динамо, финал Кубок Румыния, там дерби. И мы выиграли это в финале. И команда мечты Рамазана Гаджимурадова. Тот человек, из-за которого я, грубо говоря, начал любить футбол. И, ну, типа, король воздуха и все. Футбол и эмоции – вещи неразделимые. Очень эмоционально себя ведут и болельщики, и футболисты, и, конечно, тренерский штаб, и поведение Игоря Шалимова. Вашему вниманию в первом материале. Рафа, Рафа, Рафа! За спину, гад! За спину! Давайте, Берик, вниз. А вот что вы лезете? Он на таком же почти расстоянии, как и вы. Встречай, перекрывай. Да. Еще ближе. Перекрывай, здесь. Когда идет отбор, сразу убегайте за стол. А ты к нему остаешься. Ну, давай, давай, ближе, вот сюда, вот к этому игроку. Раз. А вот здесь вот по ситуации чего? Он в него ударил или что? Смотри, смотри, утки, ну, смотри, там гаджик, гаджик! Ближайший матч Урал проведет против Химок на Екатеринбург-арене 19 числа, начало поединков в 14:00. Если вы еще не успели купить билеты, то обязательно делайте это. Вся информация о них на официальном сайте клуба и в социальных сетях. За свою долгую футбольную карьеру Эрик Бигфалви сыграл во множестве матчей, но 5 из них стоят для него особняком. Какие? Смотрите дальше. 5 самый лучший матч карьеры, да? Один это будет Стела Динамо, финал Кубок Румыния, там дерби. И мы выиграли это в финале. Это один из их. Потом, я думаю, Урал-Спартак, первая игра домашняя на новой арене, Екатеринбург-арене, мы выиграли 2-1. Важная игра, и атмосфера, все было очень красиво. Потом первый игр мой чемпионат Румынии, моей игры профессионально на Стела. Это Стела Букарест, Поли Яш, мы выиграли 1-0, я ушел и забил один гол, мы выиграли 9 голов. Первый гол премьер-лиги Румынии, тоже важно. И потом Краснодар, Урал, Кубок, когда мы проиграли 3-0, потом перед законченным первым тайм Вохелин забил 3-1, и потом мы 3-3, экстра там, и мы ушли дальше на пенальти. Первая игра была за Урал. Да, еще первая игра на Урал. Да. И как красивая игра, самая красивая была Ливерпуль стояла там, как атмосфера. И Европа Лиг, Чемпионс Лиг. Это как футболисты очень самочувствие приятно. И ну, играть на Ливерпуле там на Энфилде не так очень красиво было. Эти мои игры. Карьера самая лучшая и самая красивая, которую я помню. Рамазан Гаджимурадов следит за многими зарубежными футболистами. Естественно, все они мирового уровня, и лучших из них он нам назвал на каждой из позиций. Какие? Вашему вниманию. Лучший вратарь, по моему мнению, наверное, будет Петр Чех. Ну, не буду говорить Лев Яшин, потому что я как бы не видел, как он играет, поэтому Петр Чех. Лучший защитник, неважно, центральный там, да, крайний. Ну, давайте, пусть будет. Давайте Дани Алвес. Человек выиграл все и плюс играет, вот и до сих пор играет на высоком уровне. И такой, да, достаточно атакующий игрок и сзади, и впереди. Мне нравится, как он играет. Полузащитник. Ну, давайте, этот, Иньеста. Думаю, это даже объяснять не надо, почему. Ну, хотелось бы сказать, конечно, из нападающих Месси, но я скажу Драгба. Мой любимый футболист и тот человек, из-за которого я, грубо говоря, начал любить футбол. И, ну, типа, король воздуха и все. Если вам понравилось это видео, то кликайте на вот такой значок под ним. Подписывайтесь на YouTube-канал футбольного клуба «Урал» и следите за обновлением контента. Это была программа «Инсайт». До встречи на просторах интернета.